Но это еще не все. Далее вы смотрите там, есть ли у них там какие-либо это. Ну, если у вас, например, машина там, например, да, или велопарковка, да, а рядом с домом нет велопарковки, естественно, вы можете там попросить у Фудосан, там, чтобы он там вам забронировал место в парковке. Там. Это еще сколько там примерно на машину, это может быть 8-10 тысяч, на велосипед, ну, порядка, если так грубо говоря, 1000, может, 2000 в месяц. Вот. Хотя в основном вот такие парковки, вот как здесь, да, тоже вот в доме были велосипедные, они бесплатные. Но бывает, что за место надо платить. Бывает. Поэтому как бы это все зависит еще тоже от этого. Также и относится и к байкам, к мотоциклам. То есть бывает, что бесплатная парковка рядом с домом для мотоцикла, а бывает, что платная. То есть, ну, это зависит от района, где вы снимаете жилье и так далее. Все. То есть вот вы эту сумму держите в уме. То есть, например, если сумма оплаты 100 тысяч, грубо говоря, сразу умножаете ее, ну, по минимуму ее умножать надо на 4. Это минимально. Ну, 3-4. Потому что в редких случаях там у фирмы нету, а, например, этого Щекикина или нету Рейкина. То есть это редко. Бывает, конечно, но редко. Поэтому надо платить будет примерно 3-4 суммы месячной оплаты в месяц. То есть, и выходит, что для того, чтобы снять квартиру, вам нужно в первый месяц заплатить 4-кратный размер месячной вот этой вот аренды за жилье. Поэтому, если вы все-таки как бы собираетесь снимать свое жилье, то подготовьтесь к этому заранее, еще в России, накопите денег, старайтесь как бы искать жилье более дешевое, старайтесь, чтобы у вас были там, скажем так, соседи или друзья, чтобы снимать с ними, чтобы не одному это все платить. И в этом случае вам будет это уже полегче. Поэтому как бы нужно быть все-таки это самое, знать об этом. Вот, ну, допустим, вы выбрали, что там у вас устраивает, все сумма устраивает, все там, например, там 150 тысяч, например, там все вместе это выходит. Это 50 тысяч квартира стоит в месяц, ну и там трехмерная там оплата труда, там, ой, трехмерная оплата за квартиру. Вы там подготовили 150 тысяч, у него нету ни Шикикин, этого, ни Рейкина, все, то есть оплата только за квартиру, Фудосан и страховая с этой, с уборкой, к примеру. Ну, то есть вы, допустим, все решили брать, но перед тем, как брать, обязательно в этой риэлторской конторе попросите съездить туда и посмотреть. Обычно они предоставляют даже машину. Они вас могут отвезти туда сами. От станции там, то есть доехать до этого дома. Показать вам квартиру изнутри. Обязательно посмотрите, куда выходят окна. Обязательно посмотрите, куда выходит дверь, балкон. Это очень важно. Вот, объясню несколько причин. Первое, то есть если балкон выходит на то есть северную сторону, соответственно, на балконе всегда будет холодно. То есть сушиться белье будет достаточно долго. Из-за большой влажности иногда оно будет просто не просыхать. Далее, если окна выходят, например, в другой дом. Ну, к примеру, вот как здесь, да, смотрите, вот как между вот этими, да, домами, вот так вот. Это еще нормальное расстояние, бывает вообще там впритык, там, полметра там бывает вообще. Там. То есть, что будет в этом случае? Комната, в которую не попадает солнечный свет, или стена, которая не, ну, не нагревается солнцем, не прогревается, будет отсыревать. Особенно это будет
ну, видно зимой. То есть оно будет отсыревать, на ней будет появляться влага, а впоследствии плесень. Поэтому старайтесь брать, чтобы дом не прилегал вот так вот к другому дому, близко стеной там, и чтобы окна выходили, старайтесь, чтобы выходили они ну, вот так вот хотя бы, чтобы здесь пространство было, и ветром продувалось, и солнце, чтобы попадало туда хоть как-то, иногда. Далее, что еще? Смотрите обязательно, где находится данная квартира, что за район. Обойдите его вокруг. Обойдите вокруг, посмотрите, какие магазины есть. То есть обойдите, посмотрите, какие есть, то есть достопримечательности, там парки и так далее. То есть, потому что вам там жить. Если район будет достаточно плохой, и он будет, например, для вас не подходить, то есть вы будете там жить минимум 2 года. Естественно, обстановка там должна вас не напрягать. То есть обязательно, чтобы не было рядом никаких школ, детских садов и так далее. Потому что в выходные дни или там, например, вечерами, или просто днем, когда вы там когда вы хотите отдохнуть там, грубо говоря, после работы, дети могут там так орать, что никакого отдыха. Это внимание тоже обязательно нужно обращать. Далее. Что еще? А, также цена на жилье очень сильно зависит от удаленности от станции. Цена на жилье очень сильно зависит. Ну, к примеру, процентов на 30 меняется точно. Допустим, если квартира находится в 10 минутах от станции, она может стоить порядка, ну, допустим, 50-60 тысяч йен в месяц. Но если эта же самая квартира этого же самого года планировки будет находиться впритык к станции, 1-2 минуты ходьбы, то данная квартира будет стоить уже около 90-100 тысяч. Вот. Может, 80. Там, ну, в зависимости еще там от какой район и так далее. Вот, обязательно спрашивайте, есть ли наличие интернета. Ну, хотя в Японии, в принципе, это не проблема, им везде есть. Вот, далее, что касается оплаты за воду, за газ, старайтесь все сделать, чтобы оно было с вашей кредитной карты или с карточки банка, чтобы считывал, чтобы вам не самим надо было ходить, там это оплачивается, что это тоже время, и за это берется комиссия за оплату через комбини. Вот, обязательно посмотрите, чтобы были какие-нибудь там рынки недорогие, чтобы вам не покупать все время в супермаркете в дорогом, если он дорогой. Если он дешевый, то, в принципе, не проблема. И посмотрите, есть ли наличие там автобусов, далеко ли до них. Потому что бывает, если вы там сняли квартиру чуть подальше от станции, минут 10-15 ходьбы, и нет автобуса, то вам будет иногда напряжно ходить туда каждое утро и вечер. Но хорошо, если есть велосипед. Если нет велосипеда, то это немного проблемно. Наличие комбини – это плюс, конечно. Какой-нибудь Лавсон или еще что-то рядом с домом – это будет большой плюс. Но это не должно существенно повлиять на покупку. Потому что, например, если будет этот комбини находиться вон там, 20 там, например, или 120 метров чуть дальше от дома, это ничего страшного. То есть не нужно, скажем так, прям критично отказываться от квартиры, если он чуть дальше находится в комбине от вас. Наличие химчистки тоже как бы не обязательно, но желательно. Если нет химчистки, то вам придется, и у вас, например, нету первые месяцы там, к примеру, нет стиральной машины еще там в этой квартире, вам придется либо стирать это самому вручную, либо возить это далеко, ну, до станции как минимум ходить.
или в другую станцию, на другую станцию ехать, то есть если на вашей станции нет. То есть вот так вот. Далее. Что еще? Наличие кафе-ресторанов. Вот, это очень тоже важно. Вот, самое главное, чтобы не было ни кафе, ни ресторанов рядом с вашим домом. Потому что обязательно каждый вечер, выходные или в пятницу и так далее. Видно, да, сколько там машин. Сейчас здесь мы приезжаем, а потом будут приезжать там компании японские, пить, гулять, выходить на улицу, орать песни, там, ну, то есть кричать, шум. В общем, вот те, кто здесь живут, они это прекрасно знают. Да. И самое главное, чтобы, в общем, сама квартира, окна выходили не на дорогу и не около железной дороги. Это очень важно. Что если будет это около железной дороги, это будет очень шумно, опять же. Обычно квартиры около железной дороги, они дешевле в разы, чем квартиры, которые находятся не у железной дороги. Потому что в тех квартирах у железной дороги никто не хочет жить. Что отвратительный шум, и все это как бы мешает. Мешает жить. То есть, ну вот это основные отличия. То, чтобы я вам посоветовал придерживаться.